Друзі, вітаю вас. Ви у правильному місці опинилися просто зараз, бо ви в ефірі 24-го, на Ютубі 24-го. Для вас працюю я, Ірина Узлова. У нас сьогодні четвер, 11 травня, день таких позитивних новин. І ми для вас обговоримо їх із Борисом Тізенгаузеном, політтехнологом у нашій щоденній рубриці, яку ви можете шукати з понеділка по п'ятницю. Борисе, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Друзі, ми вам дуже дякуємо, що ви нас дивитеся. Бачимо, що ви з різних куточків України це робите, та ба більше з різних куточків світу. Дякуємо за вашу активність, що вам подобаються наші діалоги. Відтак, якщо вони вам дійсно до вподоби, поставте, будь ласка, вподобайку відповідно нашій розмові. Підписуйтеся на YouTube 24-го, на YouTube Бориса Тізенгаузена. Опис на YouTube пана Бориса ви можете знайти у посиланні під нашими відео, а також у фрагментах, у вирізках нашого інтерв'ю. Так що підписуйтеся, ми вам за це дуже вдячні. І ми вдячні нашим західним партнерам. Борисе, ми сьогодні поговоримо про те, як їхня допомога на тлі успіхів наших Збройних сил України, нашої дипломатії, дозволяє змінити не те, що правила гри, а правила війни. Війни, в якій Росія, ну це вже, як на мене, очевидно, програла. Британія передала Україні кілька далекобійних ракет «Шторм Шедоу», принаймні про це повідомляє CNN. Що, Борисе, стало визначальним фактором, як ви думаєте, для ухвалення такого рішення і наскільки це дійсно змінює правила дій на полі бою? Да, помните, как многие эксперты опасались, что с уходом Бориса Джонсона, с приходом Риши Сунака, возможно, будет как-то изменен подход к финансированию, к поставкам вооружения, но мы видим, что подход не просто не изменили, он, ну, то есть с каждым разом мы получаем все более грозное оружие от наших британских партнеров, поэтому тут нам точно беспокоиться не о чем. Что изменилось? А изменилось, мне кажется, то, что в какой-то момент цивилизованная часть мира поняла, что Украина не просто может выиграть, а она выиграет эту войну. И поэтому было принято решение не только о поставках необходимого оружия в Украину, но и о том, что Россия вот в том формате, как она существует, российский военно-промышленный комплекс, махина, эта армия, они должны быть просто уничтожены, потому что они представляют угрозу не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Мы это прекрасно понимаем, мы об этом уже с вами, Ирина, неоднократно говорили, что Россия не остановится, и Россия, обладая еще остатками потенциала, военного, военной мощи, возможно, будет искать себе более, ну, скажем, доступные цели. То есть Украина, понятное дело, оказалась не по зубам, а вот, может быть, какая-то иная страна окажется России действительно вот лакомым таким куском для Путина. Поэтому курс на уничтожение российской военной машины взят, необходимое вооружение для этого будет поставляться, но, опять же, вот эти ракеты дальнобойные. Насколько я понимаю, речь идет об экспортном варианте Storm Shadow дальностью действия 290 километров. Но этого вполне достаточно, чтобы с украинских самолетов запускались эти ракеты, и они доставали до Крымского моста и до южного берега Крыма. Ну, то есть фактически весь Крым, все военные объекты, подчеркну, российские, которые находятся в Крыму, аэродромы, военные базы, они будут находиться под контролем и под ударами вот этих ракет. Пока неизвестно, непонятно, в каком количестве эти ракеты поставлены, но это, я бы хотел, важно акцентировать ровно на том, что это прецедент. То есть это еще одна красная линия, и в Кремле, кстати, Песков уже отреагировал в своем репертуаре. Песков сказал, что Россия не приветствует и будет реагировать соответственно. Ну, молодец, Песков, давай реагируй как-нибудь. Поэтому я считаю, что это прецедент. Это пример для других наших партнеров, что после того, как Британия поставила эти ракеты, ничего не происходит. То есть Россия снова проглотила эту красную линию. Я думаю, что в ближайшее время эти ракеты себя должным образом покажут, в том числе и, ну, скорее всего, по об'єктам, які знаходяться в Криму і на окупованій частині України. Чи можемо ми вже, в принципі, стверджувати, що ми можемо ставити оцей такий пісочний годинничок на зворотній відлік для існування незаконно побудованого в порушення всіх міжнародних норм, взагалі правових, Кримського мосту?
Ну, тут решать, наверное, все-таки нашему военно-политическому руководству, когда. Я не говорю, вообще случится это или нет, а когда это случится. Потому что мы понимаем, что тот самый Керченский мост является жизненно важной артерией снабжения российской южной группировки. Поэтому я думаю, что это просто вопрос времени. Да, действительно, крымский. Я думаю, что с учетом... Ну, все-таки это, конечно, сложное и довольно мощное сооружение, этот мост. Поэтому, может быть, недостаточно будет нескольких ракет Storm Shadow для того, чтобы его уничтожить. Но я думаю, что в ближайшее время нас ждут еще сюрпризы, потому что Великобритания, она уже анонсировала и рассказала об этих поставках после того, как эти ракеты прибыли в Украину. Поэтому я думаю, что постфактум мы услышим новые истории. И у меня почему-то есть ощущение, что здесь будет очень схожая история с поставками танков, когда, помните, в коалиции все друг на друга тыкали, кто первый, нет, ты первый поставь, а потом мы и так далее. Вот Великобритания не стала ни в кого тыкать пальцем, поставила ракеты, и ожидаем от наших остальных партнеров, что, может быть, понятно, что Соединенные Штаты, кстати, заявили, что они не будут следовать примеру Великобритании, атак МС они не будут пока поставлять, но, знаете, нет ничего как бы невозможного. Поэтому я думаю, что это не просто вот сам факт и сам прецедент, это действительно очень важная и позитивная новость. И я когда прочитал ее, я действительно просто вот, ну, по-хорошему очень порадовался, хотя в последнее время у нас не так много поводов для радости. Так, у мене були, Борисе, такі самі аналогічні відчуття просто, і ефір заграв новими фарбами, скажімо так, коли ми побачили цю статтю, цю публікацію, інтерв'ю CNN. А як ви думаєте, це було консолідоване рішення наших західних союзників? Тому що, як пояснюють деякі експерти, зокрема в коментарях нашому каналу, що рішення такого рівня, політична частина, складник таких рішень, ухвалюється завжди в зв'язці, після консультацій всіх наших західних союзників, і що це не одноосібне рішення Великої Британії, а воно після консультацій і порад було, власне кажучи, ухвалене. Не исключаю, потому что действительно коалиция работает в тесной взаимосвязи, поэтому не исключаю, что это решение было согласовано не единолично Великобритании и Риши Сунаком и британским парламентом, а в тесной взаимосвязи с нашими партнерами. Но это еще более приятная новость, потому что, как говорится, согласие получено, дальше вопрос уже в количестве. Дальше вопрос в другой номенклатуре поставок ракет дальнего, как говорится, радиуса поражения. Поэтому я думаю, что раз консолидированное мнение было получено, раз первые поставки уже в Украине, то, значит, ждем, опять же, я привожу здесь аналогию по танковой коалиции, значит, ждем тех, кто наконец-то скажет: фух, спасибо Великобритании, теперь и мы можем. Не первые, а вторыми, так это намного проще. Так от мені згадується, як ми дійшли шлях від 5000 шоломів, які обіцяли надати ті самі німці, які все-таки згодом розблокували, так, і реекспорт, і самі постачають «Леопарди-2». І ми дійшли до ракет, далекобійних ракет. Це здавалося просто неможливим на початку нашого протистояння цій кривавій війні, яку розв'язала Російська Федерація. Що на загал і цього разу, зокрема, стало таким рушійним чинником? Чи це теж от такий консенсус і роботи наших Збройних сил України, які показують героїзм і дипломатів, і стійкості українського народу, який не вівся ні на що. Всі опитування показують, що ми за перемогу на полі бою, без ніяких переговорів. Це все разом спрацювало? Я думаю, что здесь, ну, во-первых, да, а во-вторых, все-таки поставки вооружения, они не происходят, вот, а я сегодня решил, вот вам 10 танков. Нет, то есть существует очень четкий просчет, что Украине нужно для контрнаступления. Есть у меня ощущение, что пока что вот этими ракетами подменили поставки авиации в Украину. Но это пока что. Поэтому военные аналитики загружают все вот в аналитические модели с учетом
боеспособности частей противника с учетом будущего контрнаступления. И номенклатура, которая поставляется нам, она очень четко просчитана, вся до единицы. То есть вот что нужно для контрнаступления, для разных родов войск. И все это, значит, по частям поставляется в Украину. Насколько я понимаю, практически все для контрнаступления, что нам необходимо, уже здесь, в Украине. Зеленский сегодня или вчера сказал, что нужно немножечко подождать. То есть, да, мы можем наступать с тем, что есть, но давайте немножко подождем. И, как мы видим, ожидание, оно оправдывается, да? Поэтому я думаю, что раз мы еще немножечко решили подождать, то мы еще чего-то такого интересного ждем. Но это у меня такое логическое умозаключение. Не знаю, прав я или нет. Дуже цікаво звучить. Борис, є кілька людей, яких я люблю цитувати. Це, зокрема, і ви під час інших своїх ефірів. Завжди я згадую вашу аналітику. Також, ви знаєте, теж президент Чехії Петер Павел якось так імпонує мені останнім часом. І секретар РНБО Олексій Данілов. І зараз от в контексті авіації обох я хочу їх зацитувати. Данілов виходить і каже, я шанувальник F-16 і вже завангував, що вони обов'язково у нас будуть. Повірте, будуть. А президент Чехії Петер Павел зауважив цікаву деталь, що насправді питання в затримці поставок винищувачів в тому, що просто непокояться наші західні союзники, що росіяни можуть вкрасти певні комплектуючі, якщо це потрапить до них, і тому саме непокояться, а можуть передати нам ці кілька F-16, але з демонтованою частиною цієї техніки, тобто без цих таких комплектуючих. А чи говорить це про те, що і ця сходинка скоро буде перейдена на шляху до нашої перемоги? И тут, наверное, все-таки нужен комментарий профессионального специалиста, потому что я не совсем разбираюсь в том, какое оборудование секретное, которое они хотят, чтобы попало к россиянам, планируется снимать для поставок F-16 в Украину. Критически важное оно для функционирования этих самолетов или нет. Поэтому, наверное, тут лучше спросить профессионала какого-то. Но если мы политическую составляющую рассматриваем, то если уже говорят о том, что ну да, можем, только надо кое-что будет снять. Ну так же, как с танков, там кое-что, скорее всего, снимут или сняли уже с тех танков, которые и поставили, и будут поставлять в Украину. Поэтому раз уже в этом ключе зашел диалог, то мне кажется, что принципиально уже на это согласие есть. Потому что для авиации там немножко это сложнее. Там все-таки нужны подходящие аэродромы, рембазы. Ну, в общем, мы об этом уже говорили, что в идеале, конечно, чтобы ни Россия не повредила, не охотилась за этими самолетами, когда они будут поставлены в Украину, чтобы они базировались не в Украине. И тут, наверное, нужно еще одно более серьезное политическое согласие. Как, во-первых, это расценит Россия, там, чего они начнут опять орать про красные линии, угрожать, мы будем бить по тем аэродромам, где ваши самолеты, где они там будут, в Польше или где-то еще. Ну, то есть здесь нужно понимать, во-первых, реакцию, а во-вторых, реальную возможность России охотиться за этими самолетами или за аэродромами, на которых они будут размещаться и базироваться. Тоді поговоримо і про реакцію Росії. Ви вже згадали, Борисе, що пролунало від речника Володимира Путіна Дмитра Піскова ця реакція. Він сказав, постачання Великобританії Україні ракет великої дальності вимагатиме адекватної відповіді від російських військових. І тут я згадала оцей музейний, чи взагалі кажуть, кіношний танк Т-34 «Спорада» і аналоговнітний кінжал, який успішно збили наші Збройні Сили України. Відтак, чим же ж будуть вони відповідати? К сожалению, есть чем. Все-таки кинжалов у них еще несколько десятков, насколько я понимаю, есть. Это исходя из данных, которые дают наши военные эксперты. Тут понимаете, в чем вопрос? Вот с этим кинжалом, который Патриот сбил, это же колоссальный удар по престижу российского оборонпрома. То есть они же до этого говорили, что кинжал вообще ни одна система не сбивает. И невозможно сбить эту ракету. То есть здесь, знаете, вот как выстроилась очередь из ряда стран к Ирану за их беспилотниками, mm-hmm. после того, как они их опробовали на Украине. Вот так же
в обратную сторону может выстроиться очередь к российскому вооружению, потому что они же активно торговали до этого своим оружием. Правда, не знаю, чем сейчас будут торговать. Но, в общем, подрыв престижа аналогов нетного оружия, информационный и психологический, это не менее важная история, чем сбитие самого кинжала. Поэтому чем будут отвечать? Не знаю, вот они 2-3 дня пытались свой удар возмездия совершить. И шахеды запускали, и кинжал летел, и мне кажется, почему-то даже 2 их было. Ну, вот это даже это по звуку. Знаете, ужас, наверное, в том, что мы, украинцы, уже научились определять вообще, что летит, что сбивает, что работает. Я иной раз захожу в социальные сети, и там какая-нибудь девочка пишет, да, это нормально, это по звуку, это гепарды работают. То есть вот это, в этом, собственно, и специфика этого времени, что мы, к сожалению, научились определять, мы научились понимать, когда спускаться в бомбоубежище, когда не спускаться, то есть что там взлетело. Ну, в общем, это реалии войны. Но, опять же, аналогов нетной истории про российское оружие, они, собственно, с каждым разом каким-то образом рассыпаются. Ну, не каким-то понятным образом. И как бы так ни получилось, что вся история, накачанная медийно про российское ядерное оружие, про их там какие-то суперновые разработки, вот она может точно так же рассыпаться, потому что, по большому счету, большая часть испытаний, если, ну, прям очень большая часть испытаний российского вот этого оружия, она провалилась, и нового оружия. То есть мы регулярно слышим, что там собирались испытывать, что-то пошло не так. Поэтому, я думаю, что ответить они, конечно, смогут. Я не представляю, например, наверное, тут военный эксперт скажет, как лучше, если россияне, допустим, запустят несколько кинжалов по Киеву, то есть способна ли система Патриот в комплексе, куда она интегрирована, сбивать несколько сразу, но, судя по всему, все может быть. И, судя по всему, россияне пока не решили испытывать судьбу и испытывать вот эти свои остатки кинжалов. Потому что с ракетами, у них с запасами ракет, у них тоже уже давно не все в порядке. Це ви ще культурно сказали. А The Washington Post, до речі, підрахували, що наразі Україна може збивати 90-100% ракет, які російські військові спрямовують по нашій території, і порівняли, що при цьому у перші місяці повномасштабного вторгнення вдавалось перехоплювати тільки половину ворожих цілей. І все це відбувається теж завдяки західному озброєнню. А Дмитро Медведєв, це є знаменитий алкоголік, мовчить. Там останній допис взагалі від 9 травня, ну він, напевно, ще не вийшов зі святкового Бідоносного запою. От як взагалі російська пропаганда може використати цю передачу далекобійних ракет Україні? Чи можемо ми спрогнозувати, що вони будуть там волати зараз на своїх помийках? Конечно, там вообще просто скрипт один и тот же всегда. То есть, если мы берем, например, Соловьева, у которого припадки все чаще становятся, и все как-то они фееричнее становятся, то он скажет следующее, вот дословно, поверьте мне, и мы это даже кусок через некоторое время найдем, и можно будет его вырезать, показать. Он скажет следующее, там, значит, проклятые англосаксы, британцы, террористы и колонизаторы, чего мы с ними церемонимся, давайте по ним ударим ядерным оружием. То есть он же до этого говорил, выходим из всех доктрин, направляем на центры принятия решений, пусть испугаются и так далее. У них единственный козырь остался. Все, угрожать ядерным оружием. Больше ничем они угрожать не могут. На фоне заявлений того, что они несколько километров в Бахмуте уже потеряли, да, сбежали оттуда, и наши доблестные вооруженные силы отбили захваченную землю. На фоне того, что Пригожин там рапортовал каждый день, что они там 50 метров взяли, улицу какую-то взяли. То есть потеря вот такого куска Бахмута, и, исходя из слов Пригожина, там по флангам все трещит. То есть вот на фоне этих заявлений больше ничего не остается, кроме как угрожать ядерным оружием. Все, вот просто все. Наступлением каким-то угрожать смешно. Чем еще там угрожать? Современными какими-то аналогов нетными оружием современным? Ну, да, вот на кинжалы посмотрели. Поэтому только ядерная риторика, только поднятие градуса этой ядерной риторики. Но когда ты это делаешь настолько часто, как это делает Соловьев, например, или какие-то другие эксперты,
то это уже становится, ну, знаете, уже даже до смешного доходит. Каждая программа Соловьева, он визжит всех уничтожить, всех убить. Дальше, понимая прекрасно, что Соловьев никто и звать его никак, обслуживающий персонал, все посмотрели, а, ну, понятно, опять угрожает. Спасибо, пойдем подеремся за просрочку в очереди где-то там в российском супермаркете. Як в басні Езопа хлопчик кричав вовки, так тут ці в своїх кремлівських баснях кричать ядерна зброя. Я хотіла не згадувати Пригожина, але оскільки ви вже, Борисе, його згадали, бо я обіцяла, я кожен день його обговорю, але все-таки, да, він там, він кричить уже голосніше, ніж вся пропаганда. Каже, контрнаступ іде повним ходом, на Бахмутському напрямку підрозділи заходять у фланги, успішно в них виходить, ба більше – за його версією, українські війська б'ють не лише на Бахмутському напрямку, а й будуть іти на Брянську і Білгородську області. Ну, поки туди ходять, нам не треба чужого, ми це постійно артикулюємо, нам і ракети ці дали саме за таких умов, та ми і не будемо, наша нам та Брянщина. Але літають там безпілотники, сьогодні теж там літало, нафтобази палають. Як ви думаєте, Пригожин на фоні оцих своїх істерик, в нього буде план Б, чи таки тікатиме? Вже ж 11 травня, вже, в принципі, пора. Тут это хороший вопрос. То есть Пригожин, который шантажирует постоянно уходом ЧВК «Вагнер», у него, в принципе, помимо вот его риторики, есть еще ситуация абсолютно реальная. Когда его ЧВК «Вагнер», там сотни людей в день, теряет бесславно убитыми, и пополнения нет. То есть мы понимаем, что ему раньше давали карт-бланш на вербовку заключенных, сейчас этого пополнения нет. То есть у него, в принципе, может не остаться другого выхода, как уйти, если его ЧВК станет небоеспособным. А все к этому идет. То есть когда там останется, грубо говоря, там несколько тысяч, а может быть и меньше, там 1,5-2 тысячи, то, ну, у него выхода другого не будет. Уже небоеспособное будет подразделение. Поэтому он, скорее всего... Он, конечно, свалит оттуда. Но перед тем, как сбежать, он максимально повысит градус и скажет, мы сделали все возможное. Он опять разложит трупики, как он это любит, положит их там, не знаю, в форме портрета своего собственного, ну или еще как-то. Но, в общем, выхода у него другого не будет. Выйдет он оттуда информационно условным победителем. Для россиян он это так продаст. А все остальные, кто сделал так, что доблестные, в кавычках, конечно, но Пригожин так будет говорить, доблестные бойцы Пригожина вынуждены были уйти, они все станут там козлами, уродами, кем их там еще их обзывают, дедушками. Кстати, интересный момент, он вынужден был оправдываться, что дедушкой, который... Ну ладно, это я слово не буду говорить, что вот этим дедушкой, на самом деле, он назвал Герасимова, а не Путина. Но все же прекрасно понимают, кого он назвал дедушкой умалишенным. Поэтому Пригожин... Ну, есть еще один вариант для Пригожина. Он просто-напросто вот с этой своей риторикой, с которой он довольно жесткий клинч с кремлевской пропагандой заходит, он не доживет... Ну, он просто не доживет. И все. И, кстати... Сразу же закончатся все ЧВК «Вагнер», сразу же забудут все про Пригожина. Но вот кто сейчас про Стремоусова помнит? Никто не помнит. Угу. Поэтому вот такая у него судьба. И он это прекрасно понимает, потому что он где-то уже там в пограничном пункте между адом и жизнью ходит. І ще одне питання. Я так подумала, він волає про контрнаступ Збройних сил України. Він, напевно, розуміє навіть більш реально, ніж що це Герасимові всі. А ці якраз і мовчать. Герасимов мовчить, Шойгу мовчить, Путін мовчить. Ну, зрозуміло, що сказати нічого. А робити їм є що? Вони, бачачи це все, розуміють, який у них план? Ну, не те, що Б, там, план Я. У них він ще лишився? Ну да, то есть они действовать даже уже начали. То есть эвакуация – это как раз вот их план Б. Эвакуация с оккупированных территорий, коллаборантов, архивов, денег, награбленного. Mm-hmm. В общем, это есть их план Б. То же самое, что происходило перед тем, как они бежали из Херсона. Поэтому вот их план – бежать и схватить, пока есть что хватать. Да, действительно, настроения совершенно непобедные. Особенно на российских пропагандистских шоу. Но, опять же, отойдут они туда, к Крыму. Тут ведь понимаете, какая история? То есть у них задача будет отойти,
чтобы не попасть в окружение, потому что это будет еще более жесткий удар. Поэтому вот они готовятся к быстрой эвакуации. Сейчас уже там ходят слухи, что из Запорожской атомной электростанции готовятся к эвакуации те, кто с Росатомом контракты позаключали, и сами сотрудники этого Росатома. Поэтому и на фоне этого, кстати, есть еще один очень интересный момент. Есть такой депутат российский Журавлев. И вот недавно была слита запись его и бывшего руководителя Роскосмоса Рогозина, вот этого зиговавшего в молодости нациста, который был бесславно ранен, простите, в задницу, что они там уже какой-то свой ЧВК готовят. То есть в России началась такая настоящая махновщина. Каждый губернатор из своей ЧВК создают. То есть все идет к тому, что каждый обзаведется, кто может, и финансово может это поддерживать, обзаведется своей небольшой армией, и они, значит, они там будут этими армиями удерживать те территории, с которых они кормятся. Поэтому это хорошая история, что идет конфликт Рогозина с Пригожиным, Пригожина с Гиркиным, Пригожина с Герасимовым и Шойгу. Ну, в общем, Герасимова и Шойгу с Суровикиным. Это прекрасная иллюстрация того, что вот эта вся паучья, которая в банке собралась, она начала жрать друг друга. Смачного їм навіть бажати не будемо. Сьогодні, до речі, рівно півроку непростих рішень, півроку, як Херсон звільнили Збройні Сили України. І сподіваємося, що вже зовсім скоро і решта наших тимчасово незаконно окупованих Росією територій будуть теж звільнені. Як бачимо, все до цього йде. Борисе, дуже дякую. Дякую за цей аналіз. Круто, коли в нас хороші новини, які ми можемо проговорити, і погані для отих за перебліком. Спасибі, побачимося вже завтра, побачимо, що принесе нам ще цей день. Сподіваюсь, переможні новини обговоримо і завтра. Дякую. Друзі, дякую вам, що дивилися. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, я Ірина Узлова. Ми обговорювали з ним для вас цікаві, ключові і переможні для України новини. Приходьте, будь ласка, завтра, ставте лайк нашій трансляції, бережіть себе, все буде Україна, побачимось.